Всем привет, дорогие друзья, мои прекрасные котейки, с вами Юмилия. Перед началом просмотра ролика я хочу попросить вас зайти в мою группу ВКонтакте и почитать длинный, но все же очень важный закрепленный пост. И также прошу вас оставить свое мнение в комментариях по поводу того, что вы там прочитаете. Итак, а сейчас мы с вами посмотрим видеоролик от Red21 под названием «Осторожно, ботан». Один знакомство. Я так подразумеваю, что у него будет вот целая рубрика, связанная с такими вот роликами, они будут выходить последовательно. И давайте же посмотрим первую часть. Возможно, я в этом ошибаюсь, но просто вот эта вот цифра 1 в названии, именно вот она надоумила меня на это. Поехали! Жили мы, не тужили. И бац! Зомби-апокалипсис! Уго! Дома нормально не выйдешь, жрать нечем. Пить нечего. Зомби-апокалипсис, это, конечно, жестоко. Эх, в общем, я, Настя, Падре и Гопти. Кто бы знал, из-за чего вся эта заваруха. Сказали, сидите дома, потом придут и все объяснят. Время срать. И кто придет, и кто объяснит? Чё, есть что попить? И где наша красавица? Красавица. Угу. Может, придет, сама зомби стала, наверное, да? Там? Вот что. Напряженка с водой. Скоро обезвоживание начнется. А я вижу, какая у нас напряженка. Рожи все шире и шире. Не сказать, что у нас сильная напряженка с водой. Боже, 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 фильм, как он называется? Да, апокалипсис. Духи. Я мог бы с ними поделиться водой. Но там я уверен, что они живут было то же самое. Он просто взял сюжет оттуда. Как же этот фильм точно назывался? Мне не помню. Кажется, что с нами уже такое происходило. Вот кажется, прям просто помню, помню, вот Падре, что подобные сцены были и в том фильме. Если мы умрем, мы попадем в рай. Бог нас всех любит. Дураков, кручунов, голубых, белых, черных. Стоп. Мы божьи создания. Это было в фильме в том. Боже, как этот фильм назывался? Кстати, если бы не апокалипсис, блин, у нас сейчас бы на Ютубе было 2 миллиона подписчиков. Это реально тот фильм. Он, походу, его посмотрел и вдохновился им. Как тот фильм назывался? Блин. Ну ладно. Мы можем так кого угодно обвинять, в чем угодно. Что политика плохая, что тот плохой, что это апокалипсис. Да. Верно. Во всем виноваты мы сами. И сами докатились до такого. Если мы попали в такую ситуацию, значит, нужно сплотиться и выбраться из нее. А главное, не обманывать друг друга. Ребят, блин, это все было в том фильме. У меня есть. Там были даже такие же слова. Бутылочку воды для вас. Один за всех и все за одного. Вот! Это было в том фильме, я вам серьезно говорю, вот прям отвечаю. В общем, я погуглила, фильм называется «Конец света 2013. Апокалипсис по-голливудски». Там тоже друзья такие идиоты, и они сидят и говорят между собой. Там была актриса Эмма Уотсон, и она ушла, короче, из их дома. И дальше вот они вот это все сидят, обсуждают, и вот ботаник в свой ролик вставил даже очень-очень похожие фразы и смысл. Не знаю, я не могу назвать это прямым плагиатом, но 100% он вдохновился этим фильмом. Те ребята, которые его смотрели уже, как и я, вы это, думаю, сразу же поняли. А те, кто не смотрел, в принципе, советую вам посмотреть этот фильм. Я не могу назвать его прям каким-то ржачным и интересным, но так вот, если знаете, сидите и нечего вам посмотреть, то можете взглянуть и на него. Настроение поднимется, но прям чего-то такого вот прям угарного, вот прям реально угарного в этом фильме нет. Не знаю уж даже, что и сказать по поводу этого видеоролика. Ну, посмотрим, что же будет дальше, какое будет продолжение у этой истории. Если там будет дальше все развиваться так же, как и было в фильме, то, не знаю, будет как-то смотреть не особо интересно, потому что сам фильм я уже видела. И это будет только интерпретация от Red21. Вот такая вот у меня реакция на этот видеоролик от Володи Ржавого. А с вами, как всегда, была ваша Юмилия. Спасибо вам за просмотр и всем пока-пока.